А ключи откуда? А секрет фирмы. Не, а какие сложности бывают в том, чтобы проникнуть? Ну, консьержки, возможно, могут быть. Консьержки самое сложное. Ни один охранник, его охранник таки больше, чем сам обыкновенный консьерж. Хитростью терпения, говорит? Хитростью терпения попадаем в многие крыши. Ну, терпение, потому что бывает, сейчас целый день ходишь, осматриваешь подъезды и не находишь крыши, на которой была возможность попасть. Не с первой попытки, вот, допустим, я на некоторые крыши попадал, раз с четвертого я... Первый, второй, третий раз приходил, ну, у меня все обламывалось, не получалось. Поднялся четвертый раз, ну, каким-то чудом я смог оказаться на желаемой крыше. Бывает часто, что нам везет, что мы заходим, и сразу же хоп, открыто. Давай. Так, ну это, наверное, лучше не снимать. Это же подъезд не туда, там, хочется так. Быстро заметят какие-нибудь механики. Опасное, мы приходим, быстро фотографируем, да. И уходим. Но есть надежные крыши, мы приходим туда чисто отдохнуть, посидеть. Ну, опасное, не опасное, это как? Ну, опасное. Ну, по степени попадания. Спалить могут? Да, по да. Например? Например, ну какая крыша? Например. Ну и сеть, наверное, башню. Ну там, да, могут спалить. Возможность подняться на крышу, это, так скажем... Ну, способ подняться на высоту птичьего полета, увидеть город с высоты. Подняться над городской суетой. Когда попадаем на крышу, мы всегда одни. И есть большой процент того, что мы фотографируем, мы очень этим увлекаемся. И эти фотографии будут очень эксклюзивны. То есть ни у кого таких фотографий нет. Конечно, если, в зависимости от времени года, если, допустим, зима, я делаю несколько снимков и стараюсь по-быстрому идти, потому что как-никак минус 25, и хочется согреться, и руки мерзнут. А если, ну, плюсовая температура, допустим, как сейчас, я пофотографировал и сижу, наслаждаюсь видами, как все равно как-то необычно. Не каждый человек это увидит. Все, наверное, покрыл, что хотел. В Екатеринбурге.